Группировка российских военных в Арктике к концу года существенно увеличится. Об этом сегодня рассказал министр обороны во время селекторного совещания. Как пояснил Сергей Шойгу, до 2018 года наращивание сил будет производиться как на континенте, так и на островах. С развитием Северного морского пути и необходимостью защиты национальных интересов в Арктике возрастает роль морской авиации Северного флота. В настоящее время в этом регионе ведется работа по наращиванию группировки авиации и противовоздушной обороны. К концу года планируется завершить формирование корабельного истребительного полка, зенитно-ракетного полка, объединение военно-воздушных сил и ПВО.